огромный привет, рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня заказ Avon и еще несколько покупок декоративной косметики. Кое-что новенькое у меня появилось и есть чем с вами поделиться. Сегодня у меня такой достаточно необычный макияж. Необычен он тем, что на глазах у меня розовая тушь, которую нам представила компания Avon в линейке Mark. И, собственно, тушь приходит, как всегда, в красивой упаковке, и называется она Big and Magical. В общем, в красивой нежно-розовой упаковке. И когда я увидела разнообразие оттенков, представленных в каталоге, я была крайне удивлена, и больше всего поразило то, что была представлена тушь розового цвета. Нигде я такую раньше не встречала, поэтому решила заказать. Собственно, вот она. Действительно, она розового цвета, таким вот образом она выглядит на глазах. Сама тушь по консистенции мне не понравилась, но цветопередачу она действительно передает, такой розовый цвет. Конечно, немножко неудачно я подобрала макияж, чтобы на контрасте показать оттенок, но тем не менее, думаю, все же будет что-то заметно. Итак, сама тушь наносится, не скажу, что очень хорошо, все же она ложится какими-то комочками. Не могу сказать, что она создает какой-то там вау объем или длину, а реально она просто прокрашивает реснички, неплохо их разделяет, но уже при нанесении пару частичек этой туши осыпалось. Поэтому в качестве какого-то эксперимента, если хочется попробовать цветную тушь, то пробуйте. Не знаю, где еще можно встретить розовую именно. Сама кисточка, кстати, достаточно удобная. Она идет силиконовая. Здесь на кончике идут мелкие-мелкие ворсинки. Они гораздо удобнее, чем тушь, которую, короче, я удачно подстригла. Это, в общем, 5, такая в золотистой тубе, недавняя новинка тоже у Avon. Я подстригла кисточку и пользуюсь теперь тушью с удовольствием, потому что уж слишком она такая устрашающая. Итак, в общем, вот такая новинка получается у нас в линейке Mark, достаточно интересная. Для тех, кто любит эксперименты, дерзайте, но для тех, кто не любит эксперименты, там есть тушь в черном цвете. В принципе, тоже неплохая альтернатива, но сказать, что какой-то вау-эффект она не дает, ну и, собственно, вот как бы по консистенции, по нанесению как-то не очень она мне понравилась. Поэтому решайте сами. Вот такое у меня сложилось мнение о данной новинке. Следующая новинка, которая меня вроде бы как бы и порадовала, и не очень, это жидкие тени Show Glow. Приходят они вот в такой коробочке. Оттенок у меня Opal Drops. Собственно, вот таким образом выглядит данный продукт. Он идет двухсторонний. И почему-то я в каталоге, то ли, может быть, невнимательно посмотрела, но я не увидела, чтобы у каждого оттенка был разный вот этот вот кончик кремовых теней. Поэтому я думала, что они там все синие. Ну ладно. Итак, собственно, вот. Итак, вот таким образом выглядит одна часть данного продукта. Это кремовые тени. И они очень такие прям кремовые. Очень-очень кремовые. Больше такой лилово-коричневый оттенок получается, но они совершенно не стойкие. Не знаю, куда вообще их наносить. А вот второй продукт, который идет основной, вот эти жидкие тени. Конечно, спонжик, ну, какой-то уродский, извиняюсь за выражение. Тут как-то не два, не полтора, совсем сэкономили на спонжике, он очень неудобный. Здесь оттенок, я почему-то думала, что он немножко будет потемнее, но он получился очень такой светлый, сливочный. И наносится, конечно, не совсем равномерно вот этим спонжем, но я думаю, пальчиком можно распределить. Если эти тени не успели растушевать, то они зафиксируются в таком виде, в каком есть. В общем, по стойкости они просто феноменальные. Хорошо закрепляются, и смыть их простой водой
очень-очень тяжело. Только маслечко гидрофильное или, в общем, мицеллярная водичка с маслами, с легкостью. Ну а если простыми средствами, то придется потрудиться, чтобы снять всю вот эту красоту. На самом деле красиво сияет и долго держится, поэтому можно сделать отличный стойкий макияж на Новый год с данным продуктом. Интересная новинка, но из этих двух средств мне понравилась только вот эта вот основная часть, потому что они стойкие и приятные по текстуре. Идем дальше. Так, я заказала в распродаже вот в такой красивой коробочке. Пришло мне колечко. Собственно, вот таким образом оно выглядит. У меня размер 10. Мне очень нравятся именно вот какие-то природные мотивы, поэтому как-то оно мне очень импонирует. Красивое колечко. Буду носить его с удовольствием. Также я заказала две новинки, которые представлены в каталоге. Это часы. Мне они безумно понравились. Не знала, какие выбрать. Заказала двое. Посмотрю сейчас, что понравится больше. Итак, название обязательно подпишу. Первая модель, она в таком нежно-пудрово-розовом оттенке. Смотрится вживую. Часы, конечно, лучше, чем в каталоге. Ну что ж, сами часики у нас выглядят таким образом. Красивая, нежная, пудровая расцветка. Очень хорошо подойдет для девочек с тонким, изящным запястьем. Мне как-то не очень понравилось, как они на моем запястье смотрятся. Но, тем не менее, модель очень удачная, утонченная, прям изысканная. Прям, вот даже не знаю, как сейчас сказать, но часики очень красивые. Очень красивые, немножко неправильно передается цвет, но мне еще очень нравится, что они выполнены в розовом золоте. Прям вот это моя слабость. Так что да, часики однозначно рекомендую. Заказывайте, пока они по хорошей цене сейчас. Предыдущие часы пришли в обычной коробке в горошек, вот в такой. А эти часики пришли в пыльнике. И это у нас вот такая модель. Здесь идет двухцветный металл. Мне они понравились в каталоге сразу, поэтому решила их заказать. Надеюсь, что... Ну и планирую их для себя оставить. Мне нравится сочетание тоже этих металлов, вообще само исполнение часиков, и я люблю именно металлический такой ремешок, ну и здесь прям вот сложившаяся комбо меня устраивает. Тоже красивая модель, могу их также рекомендовать, обязательно заказывайте, смотрите, ну не знаю, мне понравились часики, учитывая, что я люблю блестящее все, но это не удивительно. Таким образом они смотрятся на руке. Вот такая красота. Итак, следующее, я заказала несколько сумок, две из них были новинки, остальные заказала так, потому что они были по низкой цене, и давайте быстренько сейчас их посмотрим. Все названия и размеры я подпишу отдельно. Кому это будет интересно, смотрите. Итак, две одинаковые сумки. Они небольшого размера. Вот эта вот сумка, она в каталоге... Цвет, кстати, передан у нее правильно, но почему-то она написана, что синяя. Хотя у нее идет такой зеленый-изумрудный цвет. Ну, а вторая вот эта вот серебристая. Кстати, классно она смотрится. Мне вот она понравилась больше. Итак, две сумки. Сзади у них идут кармашки. Внутри один отдел. И есть два кармана под какие-то мелочи. Сумка небольшая, такой больше как вечерний вариант, очень удобная, и мне нравится ее такой серебристый цвет. Скорее всего, я, наверное, оставлю ее себе, потому что, ну, на какие-то мероприятия она будет вполне универсальна, поскольку серебро, мне кажется, оно сочетается абсолютно со всем и добавляет небольшую изюминку. Но вот эту сумку, скорее всего, я буду возвращать, потому что, ну, как-то
Ну, лишка мне будет сумок тогда. Вот почему. Итак, у них, кстати, ремешок не отстегивается, не регулируется, но не отстегивается. И это такой небольшой минус лично для меня. Дальше, еще одна сумка, которая меня заинтересовала, это...